Добрый день. Был такой вопрос в комментариях. Как ровно резать стеклоткань, стеклорогожу? Как это делать, чтобы край был вот такой вот ровненький? Сейчас покажу. Значит, у нас есть размер. Нам надо от этого куска стеклорогожи отрезать ровную полоску шириной 120 мм. При помощи линейки меряем наши 120 мм. От края откладываем 120 мм. Дальше берем, выдергиваем свободную нитку. Вот. В том месте, где пойдет линия реза. В результате нам даже чертить ничего не надо. У нас получилась линия. Ну, то есть свободное пространство, вдоль которого мы будем как раз и резать. Дальше. Берем такой вот коврик. Это. Видно, нет? Коврик прорезиненный для раскроя материала. Его используют кожевники. Также его используют люди, кто занимается пошивом одежды, пэтчворк и все остальное. Дальше при помощи обычного канцелярского ножа, у меня такой уже старенький, грязненький, я просто делаю рез вдоль нитки, которую мы уже выдернули. То есть это все видно, все четко. И передвигаю коврик. Ну, дальше веду. Получается вот такой вот аккуратный, быстрый, ровный отрез. Дальше. При помощи того же самого коврика убираем все лишнее. Длина такого отреза должна быть у нас 200 миллиметров. Запуталась нитка. Берем коврик сюда. Коврик у нас, поскольку разлинован, вот можно видеть, вверху идут разметка. Вот 10, 20, 30, 40, 100 там. И вплоть до 400 миллиметров. Что мы делаем? Мы берем, разворачиваем коврик таким образом, чтобы нам было удобно. От края выравниваем торец и выставляем нашу линейку на расстояние в 200 миллиметров. Здесь 200, здесь 200. Опять берем наш канцелярский нож и делаем ровный отрез. Раз кусочек, снова выровняли. Два кусочек, снова выровняли. Три и четыре. Таких кусочков нам надо 8 штук. Ну, у меня форма получилась опалубка прямоугольного вида. А поскольку армирую я в два слоя, то есть на одну сторону, на один слой 4 кусочка, на другой слой еще 4 кусочка, опять операция повторяется. Итак, нарезаем стеклорогожу. Если у вас будет там стекломат, стеклоткань, в принципе, все то же самое можно сделать. Если у вас он не такой вот плетеный, конечно, то выдергивать там не надо. Вот со стекломатом там даже выдергивать надо, там просто берем канцелярский нож и режем. Лезвие затупилось, соответственно, его меняем или отламываем. Удобно, быстро, аккуратно, нитки не торчат. Я думаю, эта информация будет полезна.